Սյունիքի հետ կապված, ես ես հարցին պատասխանել եմ ես ամբյունից, Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в среду в ходе правительственного часа в парламенте страны, что не пытается избежать ответственности за ситуацию в Зангезуре. Как передает Ахарас со ссылкой на армянские СМИ, депутат от фракции Аэстан Анна Григорян спросила, кто и как отдал приказ в декабре 2020 года об отводе армянских войск, в результате чего азербайджанские военные оказались непосредственно у дорог в Зангезуре. Я разве говорил, что отказываюсь от ответственности? Что касается приказа, есть соответствующие процедуры. Были обсуждения с участием практически всех членов Совета Безопасности. Был глава МИД, который впоследствии говорил, что не был в курсе. Отметил Пашинян. По его словам, если бы соответствующее решение не было принято, то возникла бы опасность боевых действий, и в Зангезуре были бы серьезные проблемы. Пашинян отметил, что приказ об отводе войск дал он. Осуществил приказ бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян. Это решение было принято, чтобы как минимум какое-то время не потерять дорогу стратегического назначения, отметил премьер. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!